Всем огромный привет, дорогие друзья! Сегодня я решила снять мастер-класс по плетению квадратного жгута. Было много работ у меня с квадратным жгутом, и было очень много запросов, как же плести квадратный жгут. Хотя видео с мастер-классами тоже есть, но я решила снять один мастер-класс, чтобы потом сослать вас на это видео. Вот такие последние работы у меня были с квадратным жгутом. В основе лежит квадратный жгут, что здесь, что вот в этой работе. На самом деле плетется все очень просто, но вот для начинающих я все-таки решила сегодня снять. Вот эти жгуты, они сплетены чехом десяткой, можно плести и более мелким бисером. Вот сегодня для примера я беру бисер 8 тоха, ну, чтобы вам было лучше видно, только поэтому. Вообще можно плести квадратные жгуты и из мелких бусин, двойки, тройки, четверки. В общем, ничего сложного в этом нет. Плести я буду на нити, можно плести на леске тоже. И давайте, кому этот материал нужен, будем плести вместе. Итак, подойдет любой мелкий материал. Бисер, либо бусины. Берем для начала, для основы. У меня это будет квадратный жгут на 4 бисера. В основном плетут на 4, потому что квадратный жгут, вот это слово квадрат, оно как бы уже говорит само за себя. Квадрат значит 4. Хотя за основу можно взять и 5, и 6, и в общем на разное количество бисера эти жгуты можно плести. Но я вот такую классику сегодня покажу. Итак, набрали 4 бисера, спустили на другой конец нити и завязываем в узелок. Можно пройти по этой линии еще раз для укрепления, но я этого делать не буду. Вот наша основа. Идем дальше. После узелка проходим через первый бисер и набираем, в первом случае будем набирать 3 бисера. 3 бисера набрали, через тот же бисер проходим с обратной стороны. Вот у нас тут получается как бы еще один крестик. Вот, видите? Теперь вот это у нас основание, будем бегать по основанию. Идем в следующий бисер. Я вот так работу поверну. Теперь набираем во втором случае 2 бисера. Мы строим вторую стенку. Вот 2 бисера взяли. И проходим вот по этим бисеринкам. Вот что получается пока. Пока стенка все рассыпается, я нарочно не поднимаю стенки, чтобы вы хорошо видели. Идем вперед по основанию. Опять набираем 2 бисера. 2 бисера набрали. Идем вот по этим бисеринкам. Вот так. Это у нас третья стенка уже. Я поворачиваю для удобства вот так. Сейчас вот у нас последний бисер основания. Вот у нас вообще основание само. Вот последний бисер основания и захватываем мы первую стенку. Вот так проходим. И здесь нам остается в последней стенке набрать только один бисер. Вот, набрали. И проходим мы вот по этим трем бисеринкам. Сейчас я в первом случае покажу вот так в рассыпную. Дальше будет лучше понятно вам. Сейчас мы стенки поднимаем. У нас это первый квадрат, поэтому как бы еще вот так вот мы все стенки приподняли. Сейчас у нас первый квадрат, вот эта вершина, она рассыпается, видите, поэтому по этой вершине нужно нам пройти в холостую, ничего не набирая. Я прохожу раза два, вот так, можно полтора, обычно я вот так вот 3 раза и оно замыкается. Можно так. Вот у нас первый квадрат готов. У нас со всех сторон, видите, вот 4 бисера. Просто здесь немножечко рыхло получилось, потому что первый я не сразу подняла ряды. Вот такой квадрат у нас должен получиться. Теперь вот у нас
основание опять квадрата. На этом основании строим следующие ряды. Вот дальше уже будет более, как бы, наверное, понятно насчет квадрата. Первый раз всегда набираем 3. Набрали. Так, где фокус? Так, проходим вот так. Вот одна стенка. Она прямо сразу вот так встает, девочки. Вот, видите? Вот, она встает. А вот у нас основание. По основанию идем вперед на один бисер. Набираем во втором случае 2 бисера. Проходим вот так. Это вторая стенка. Поворачиваемся, идем по основанию вперед. В третьем случае набираем 2 бисера. И вот так проходим. Это у нас третья стенка. Видите, они все уже встают. У нас остается здесь последний бисер основания. Вот он. Я сразу захожу в первый бисер первой стенки. Здесь нам остается набрать только один бисер. Вот его сюда нужно вставлять. Видите? И пройти вот по этим трем. Спускаемся. Опять поднимаемся вот так. Вот мы выполнили второй квадрат, но здесь у нас, видите, вершина распадается, я собираю. Кто-то этого не делает, можно этого не делать, в принципе, но мне вот так удобнее. Поэтому я вот полтора круга даю, можно целых 2 круга дать. Видите, у нас получился вот такой. Два раппорта у нас. Мы сплели 2 квадрата. Вот так. Ну, давайте еще один для закрепления темы. Так, значит, первый раз набираем 3. 3. Вот так и запомните. 3 в первом случае. Я, между прочим, сразу ухожу вот так. Так быстрее. Так. Во втором случае набираем 2. Вот. Если у вас натяжение позволяет, можно сразу по основанию идти вперед. Вот так. Так быстрее. В третьем случае тоже набираем 2. Вот. Вот так проходим. Вот у нас остался последний бисер основания. Проходим и поднимаемся. Вот. И в последнем случае набираем, в последней стенке набираем только один бисер. Значит, получается 3, 2, 2, 1. Вот такой набор. Вот. Все. И поднимаемся наверх. Простая геометрия. Ну и вот эти вот разгулявшиеся бисеринки собираем. Круг. Вот. Ну, я тут плела рыхло. Постарайтесь плести более туго. Видите, рыхловато у меня получилось. Вот 3 квадрата здесь у нас. Ну, я сейчас хочу показать один прямой угол. Хотя у меня есть уже мастер-класс, но тем не менее, давайте покажу, как же повернуться прямой угол. Например, вот здесь он прямой угол. Бывают острые углы. Сейчас не буду на этом останавливаться. Обычно вот тут прямой угол, везде прямые углы. Как же вот тут повернуться? Например, нам нужно строить стенку вот в этом направлении. Я вышла здесь. Сейчас проходим вот так. И уже за основание берем вот этот квадрат. И точно так же ничего сложного. Просто мы меняем направление в основании. Первый раз набрали 3. Вот я сразу ухожу в бисер. Я уже говорила, что как научитесь, вы вот так быстро начнете работать. Так. Повернусь. Вот у нас основание, вот первая стенка. Ой, господи. Вот. Вот основание, вот первую стенку мы сейчас набрали, она встанет вот так. Так, вышли здесь, набрали 2 и вот так уходим. Вот вторая стенка, идем по основанию вперед, набираем 2 бисера. Вот так. И у нас остается тут последний. Вот основание. Поднимаемся. И здесь не хватает одного бисера. Вот. Вниз. Мы его вставили.
потом по основанию, потом поднимаемся вот. И вот тут эти бисеринки закрепляем. Вершину закрепляем. Опа. Так. Еще раз. Сейчас посмотрим, получился у нас поворот или нет. Получился. Видите? Прямой угол получился. Все. Можно дальше вот так потренироваться. Вот, ну, восьмой бисер, он немножко тоже кривоват, он неровный, видите? Хотя это тоха все равно. Вот. Ну, девочки, я думаю, все понятно. Пусть это будет у нас как бы мастер-класс такой основной. Надеюсь, ничего сложного здесь нет. Вот. Ну, все. Всем желаю удачи. Спасибо, что были со мной. И пока-пока.